18 июля в городской схеме движения произошли серьезные изменения. Рыбинская улица на участке от Шереметьевского проспекта до 3-й улицы Ушакова теперь двусторонняя. При этом для удобства водителей и в целях обеспечения безопасности движения здесь установили светофорный объект. Правда, по техническим причинам заработает светофор только 21 июля. Для чего нужен был этот светофорный объект? Для того, чтобы организовать безопасное движение, поворот с улицы 2-й Ушакова. Для того, чтобы транспорт мог без конфликта выезжать на улицу Рыбинской. Об этом давно мы обсуждали этот вопрос и с общественностью, и с представителем ГИБДД, для того, чтобы здесь эта улица действительно заработала в полном объеме.